Не успела я ее смастрячить. Зачем она вам? Ой, извиняюсь. Понимаешь, Жень? Да. Сереж. То есть вот тебе все равно не видно, как вот так вот. Сиди. Стас! Витек, сюда выгляни чуть-чуть. Ну, да, Жень, так тебя не видно. Выдвигай. А ты маму снимай. Так сильно, быстро не крути его туда-сюда. Постепенно. Медленно. Да. Уже с ним идет видео. Да. Нормально. Давай, Сереж. Прыгай уже. Я знал, ты когда солдатиком смотри, просто дай, прыгаешь. Подожди, ты когда солдатиком прыгаешь, ты не с первого смотри, раза. Смотри, смотри сейчас, я не буду сейчас прыгать, но тебе просто покажу. То есть. Ноги, смотри, я сюда. Вот их закинул туда. И в этот момент отпустил руки. Ну, у меня рука состоит. Я чуть правда где-то вернулась. Так, сейчас. Понял? Сейчас она их хоть потруси. Подтяни. Потруси. Ты его, папанька, оттяни. Ноги закидывай назад и вот в этот момент отпускаешь. Ясно, все, теперь сделай. Давай. Ну, почти. Почти. Супер. Ага, супер, блин. Поздний отбил. Ноги еще сильнее, если забросишь, что получится. Фу, блин. А я сейчас попробую задом. Снимаешь, дедуль? Давай. Стас, давай. Я задом? Нет, я попробую. Быстрее давай. Теперь красное будет, Сейчас надо чуть Стас, блин, подожди. Только вылезу. Ну, как Стас, я не умею, я хочу так тоже научиться. Я долго учился. Что-то там выходил, здесь. Да, и мы не можем кататься, и вы здесь. Слышите, народ? Вон там выходи. Да, там выходи. Понятно? Ну, только, видишь, подъемся и сделаем. На, дети, плачет. Ну правда я не знаю. Я так понял, что ноги надо всегда дальше себя. Я не знаю, если вот так вот лечу я на середине или нет? Практически, да. То есть если я упаду оттуда вверх тормошки, я не вижу, куда я падаю. Что, все нормально. Нормально, да? Так жопу больно. Пипец! Я хотел перевернуться, но не получилось. Ты хотел сальто? Да, я хотел назад перекувыркнуться. А знаешь, как мне? Может, давай я попробую сальто сделать? Пошел в жопу. Сальто попробуй сделать? Не надо. А что? Я сейчас тоже жопу отдохну. Стас, только прыгай, я тоже хочу. Стас, кончай качаться. Да! Ло! Давай, оглуши, попробуй! Слышь, Стас, ты от... Не оглушил! А ты перестань! Внизу там... Стас, я что-то сказал! Блин, мне теперь живот болит! Ну а ты как думал учиться? Нормально, что ты пока не научишься, так и будешь. Что там песок хоть? Я ж тоже бился, когда пытался прыгать. Да, там песочек? Нет, еще какая-то земля все вымылась. Расскажи. А я не знаю, как я прыгаю. И водоросли это хрена. А тогда там был песок. Вот. И потом просто так же назад выкидывай. Ну давай еще раз, я посмотрю повнимательно. А то ты все время прыгаешь, я где-нибудь... Ты вот туда нажимаешь. Да нормально, я тебе. Просто я не могу со скоростью это делать. Ну он видишь, он не верхний точек. Он нормальный, крепкий. Он обычно, да. Просто он успевает прыгать, как-то согнуться. Он, во-первых, и ростом меньше. Это не от роста, пап. Это он. У него просто техника, как бы, видишь, такая. Не, ну он долго прыгал так. Он, да, долго мутал. Блин, я развернулся. Сейчас.
ноги не успел выпрямить. Да. Ты когда нырял, у тебя надо было ноги себе выпрямить. Да я не успел. Ну тогда главное, я уже вошел головой. Иначе твой брат младший умеет, а ты нет. А ну, тебя, да? Так, я уже там чуть-чуть. Что, за скоростью хочешь? Туда прыгать, правда? Ты лучше так не прыгай со скоростью. Тихо, еще время. Жопом прям. Я ушла, тут так, не могу. Так, я тоже закончился. И потом... Так я же на это стою. Я ушла. Бошку проглотил, блин. Я ушла, мне комары. Подожди меня, Боша. Ты больше не будешь прыгать? Нет. Пойдем. Боже мой, я не думала, что это ты прыгнул. Так, да. Почему? Так громко. Да, я сейчас. Так, наверное, руки так оторвутся. Ну, удар. Ёпта, постарайся, не вывалить. Не, я не буду шутить. И он натягивает. Тут дедушка подал. Нет, смотри, Кость. Тут вот дощечки. А, да нет. Они раньше вообще так прыгали, вот с этого пенька. Ну, Стас не доставал. Потому что Стас не доставал, да. Сережа друг есть, он как обезьяна на это дерево трын-трын-трын и привязал вот этот шнурок. Трос. Блин, подожди. Щучка хочешь? Щучка отсюда, чтоб слабее. Я не хочу щучку. Он уже полку заболит. Раньше вообще на Чикалке была тарзанка клевая. Потом там турбас начали строить. Смотрите все сюда. Ой. Так, Горь, смотрите сюда. Горь решили вот туда дуть, повесить. А ты говорил, там песок, да? Нет, там, да. Нет песка. Там нет, смотри. Уже? Ой, смотри. Тогда мне надо вот туда вот... Люд, тоже вставай туда, Люд. Люд, так, тоже туда вставай. Номер два. Наблюдаю. Жень, скляньте туда. Все, давай. А вон оттуда еще можно прыгать. А туда оно дотянет, ну там где-то. Нет, а, нет, нет, так не надо. Там тонко, просто прыгать. А, нет, там это, труба же внизу. А мы уже прыгали, я щучку прыгала тут. Все, давай. Так, окулишься на трубу. Все, прыгаем, да? Потом на майке. Че, подожди, как? Задом или не задом? Не прыгал так. Попробуй это. Так же, как ты. Сальто, нет. Сальто? Ты не сможешь. Давай попробуем. Если что, в машинах трезвые люди есть. Давай. Блин. Сальто еще просто страшнее прыгать, и мне не разрешают. Почти! Почти! Опять ноги не выпрямил. Да, согнутый. Ты хочешь так же стать? Нет, я сальто... Вообще, так, нет, так, я хочу полностью перекрутить. Ладно, я там пойду, попрыгну. А где там был кровь? Че, щучка, давай посмотрим. Ладно, я положу. Или ты сышь? Ну быстро делай. Смотри на технику и делай. А там ты как прыгнул в камеру? Да, сейчас накроешь главный. Ладно? На GoPro. Да, ладно. Так, Стас, все, домой давай.